Российский центр по примирению сторон Сирии сообщает о нарушении режима перемирия в провинциях Латакия и Дамаск. Правительственные войска блокировали боевиков в оазисе Гута на востоке столицы. Против террористов применяют тяжелую технику. Латакия, сирийская армия также провела успешную операцию против боевиков. Террористы пытались прорваться в город Кинсабба, который освободили еще в июле. Однако эта атака полностью захлебнулась.